Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Гордей, Марк Мир и Фестушка. Сегодня мы играем в Гаррисмод. Пацанчики, девчонки, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Мы скачали очень классную карту, отдельно мод, чтобы все NPC, которые здесь мы будем ставить, они будут ориентироваться. И сегодня мы будем убегать от SCP. Мы скачали новые моды. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать их спамнить. Давайте проверим, что они могут. Потому что 5 звездочек. Так, давайте я вообще постараюсь максимально их много где поставить. Вы пока стойте, я сейчас вернусь. Да нет, он просто сидит. О, резко встал и побежал. Да ладно, что за баг? Так, он скушал одного подписчика. Надеюсь, ребята, вам понравится. Вы поставите лайкосик и подпишитесь на канал. Эй, а что ты такой стрёмный? А жопа, блин. Он на месте стоит, он не топит. Он как-то не бегает, что ли? А, вот еще. Вот еще одни сидят. Я загрелся. Там мне тоже не огреться. Давайте для разнообразия поставим все-таки еще и вот этого вот чумного доктора. Он реально очень быстрый. Давайте мы улетим от него, потому что я его сыкаю. Его не зарали. Во-во-во-во-во. Так, с большей поставим всех. Пацаны и девчонки, сейчас будет очень говно. Убили аниматроника Боньку. И кишки мои ест. Так, он идет. Ты его так не убьешь. Он еще быстро ходит очень. Эй, он уже тут! Бегите, глупцы! Начинается веселье у нас. Классная карта. Не знаю, клацал сегодня, рандомно нашел на нее мод. Думаю, что бы и не скачать, раз они тут будут все знать наизусть. Он идет за нами. За кем? Я не знаю за кем. Но он знает ее наизусть. Он за мной. Так. А, еще один. Отлично. А вы знаете, что все, кто умирает, они в зомби превращаются? Да. Сейчас будет вся карта зомбаков. Меня скромники окружили. Ой, блин, он тут сидит. Я не знаю, пробегу я или нет. Почему они не бегают? Они же должны бегать. Так, NPC. Они бегают. Бегают, да? Да. Понял. Сдали стрельни, то побежит сейчас с тобой. Офигеть. Скромник убивает зомби чумного доктора. Ого. А, прыгай! Успел зомби превратить нашего подписчика любимого, успел. Он даже спрыгивает и никого не боится, и высоты не боится. Димас. Да. У меня сейчас крипово. Господи. Что? Ой, 3 скромника гоняют. Давай, нормально, я хотел еще поставить. Так, давайте проскочим этого зомби. О, говно, блин, он бегает здесь. Он бегает. Он очень быстрый, вот жопа. Блин, а мне нравится. Вот так. Ой, хотел смотри. Давно позаписывать. Оружие юзать нельзя, чисто убегаем. Окей. Потом посмотрим, у кого больше всех будет проигрышей. Надо просто их стрелять, чтобы они побежали. А так они просто. Нормально, убегают. А я сейчас еще поставлю парочку. Вы что думаете, просто так? Вот тебе еще один, например. Он прям сзади нас идет. Так, я вижу, скромник бегает там. Лупит наших. Беги. Всех. Беги, Димас, беги. Знаешь, в этой карте невозможно как-то бежать по кругу. Да не идет за нами. А вообще как это все равно? Идет и зомби с нами. За нами. Привет, чумной. Они окружают. Да, их сейчас будет все больше и больше. Нафиг, я лучше побегу. А, видел, там скромник на заднице ездит. Ну нафиг. Вот зомби идет. Эй, скромник, я свой. Ой. Он сидит и никого. Он встает, злится. Эй! Я опять сел. Я разогреваю. Это жесть. Так, продолжаем. А, не, они уже бегают. Такой голос прикольный у этого чумного доктора. Так, что-то мне кажется мало их, да? Эй, зомби. Эй, скромник, по крыше бегаешь, что за западло? Да как? Так нечестно. Так, идут. Ран, беги, Марк, беги. Бегу. Вот они. Беги. Эй, говно, беги. Их там много. Я не говно. Что это за звук? Кишки кому-то выпускают. Ой. Так, это скромник орёт. Эй. Чумной доктор. 2 штуки. Нет. Так. Ну, ускоряемся. Эй, ты чё тут сидишь на дырке? Бежит. Чё все? Димас, ты где? Давай встретимся. Я здесь, я там, где оранжевая с голубым, с синим. Я тоже. Идут! Беги!
А, зомби! Еще один зомби! О, господи. Меня убивают, убивают. А как ты, как выживаешь? Ах, ты жлоб! Смотри, какой психованный. Да, не эту карту знает хорошо. Я тупо обошла. Так, я сейчас возьму еще с одного пака поставлю этого SCP. Димас, тебя убили, а я побою. Во. Блин. Во-во, сейчас будет орать. Чё, не орёшь? Короче, скромник. А, можно не надо? Ребята, знаете, что я планирую в следующей серии записать? Если вы меня поддержите лайкосиком и подпиской, или можете написать в комментариях, мы скачаем карту Слендер, и класс, есть блин. Мод Слендера. Будем убегать от Слендера. Я постоянно в пути, в дороге. Я не знаю почему, но приходится всегда бежать. О, тут скромник. Я его активировал. Господи, он активировался на меня. Так, 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 стоим тут. Давайте, ребята. Мы здесь протащим дольше всех, они не знают, где мы. Главное, чтобы не окружили. Нормально, все будет. Вот говно. Бегите! Бегите! На шифт пробегайте рядом. Их двое штук. Тут скромник, говно! И зомби! А, еще, еще! Еще, еще! Да отвалите! Да они какие-то сильно резкие, особенно скромник. Сидит, сидит, сидит. Бах, уже за спиной тебе кишки разрывает. Я мимо чумного доктора можно резко пробегать на шифт, он не успевает ничего сделать. А зомбаков много, вообще хрен пробегает. Ну потому что это мы, бывшие. Ого, крики! Их все больше и больше. А! Они размножаются. Понимаю. Боже, это какой крик надо издавать! Отвалить! Да! Блин, сзади скромник! И кавает мое туловище. Убьет, не убьет, сидит. Жесть, как все громко! Кричит, кричит, ищет нас, злится, пацаны. Так, тут какой-то трупейшн лежит. Не надо, не? Кушайте, зомби. Скромник как бы бегает, ну ладно. Я убегаю от него. Давайте вас, первый. Давай, хорошо, первый. Пошли. Я несу. А, их тут много. Так, давайте возьмем оружку, помочь им их всех. Давайте с дробаша помочь им их. Ты что тут застрял в стене? Так, одного наказал я. Наказываем всех потихоньку. Я буду ходить с бластером. Окей. Только своих не убей. Зомби умирает, кстати. Ой, красава. А! Тут за мной из степи, помогите. Буду стараться мочить и бежать, и мочить его. А! Блин, с другой стороны пришел. Жлоб. Блин, я испугался. Прям перед носом. Сдохни! Давай, пока мой труп рвет, лупаш его. Ты чё не умираешь? А, я шмой успел убить. Да fucking shit, они очень сильные. Согласен. Есть! Чумного доктора реально убить. Реально? Да. Есть! Еще одного наказал. Так, я взял классную ружбайку. Идем покажу. Смотри, валяются трупаки. Ты сдохнешь. Мы тебе не дадимся живыми. Ай! На! Прям в бошку! На! Маю. Вот это жесть! А, патроны кончились, говно. Иди сюда, мой родимый хлебушек. Так, скромник сидит, ждет меня. Мне кажется, это очень трудно убить. Очень трудно убить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А! Он меня убивает! Помогите! Вот блин, жлоб. Во, я взял другой дробаш. Не, давай все-таки вот этот возьмем. Не, вот этот вот. Вот это вот вообще сейчас сильно, ну. А! Блин, извините, господи, да что ж он резко из-за угла выбежал. Да я очканул, если я скажу, мягко сказано. Ой, чуть своих не убил. Ой, красава. Миниганы, будем на них нападать. Так, я так и делаю, я их вычищаю.
Но не видишь, немножко хитрый есть тут у нас кровник такой. Очень жесткий. Идемте. Идемте, ищем их. Они должны бояться, а не мы их. Сейчас опять за угла выбежит и замочит меня, я его так боюсь. А, вот. Понимаю. А, отвали! Он пока меня не видит, я смогу его убить. Я смогу. Сдохни, я. Блин, жесть он какой. А, меня не мочи. Да, блин, второй пришел. Вот жопы, а. Так, давайте с другого пака возьмем. Кто у нас еще тут есть? Жесткое да такое. Почему у меня-то? О. Блин. Гранатомет есть. Иди сюда, я буду мстить за своих подписчиков. Что-то раньше они на меня не нападали, скромники. Но они разозлились, да, какие-то? Я слышу их не крики. Так, приближаемся, надо их по-любому убить. А! Блин, он сзади был! Да что ж такое, а? Пугает меня сильно он. Ой. Вся карта в трупах уже. Здорово. Так, надо вместе идти, пока он друг одного будет мочить, второй может его гасить. Идем, я жертвую с собой. Окей. Блин, ну его слышно, когда он бежит. Вон он. Вот он. Убивай. Быстрее. Да блин, заряжай. Отвали, блин. Как назло патроны кончились, то не убивает и гранаты мои. О, я знаю, я вонючие буду бросать, красные гранаты. Вонючки? Да, оно будет их дамажить сильно прям. Вот он. На тебе говно. А! Я побежал, я вспомнил, мне кое-куда надо. Блин, на свою гранату! Вот говнище. Хорошо. Давайте другое возьмем оружие. Сейчас. Во, миниган. Убил! Убил, пацаны! Молодец! Еще один! Скромника смог! Говно, блин! Как только начинает стрелять, он сразу агрится на меня. Иди сюда. Ну давай, умирай! Да ты чё, бессмертный что ли? Ах ты жлоб! Да! Блин, представляете, он догадался, что вверху я бежал, чтобы меня убить. У него получилось! Убил еще одного. Так. Главное его успеть убить. Ого, его там колбасят. Да сдохни ты, блин. Так. Идемте, не ссыте. Давай в голову. Да сдохну. Да что ж такое, я не могу его убить, он очень мощный. Так, идемте, еще его. Осталось чуть-чуть, я считаю, ему вынес всю жизнь. Ну давай, иди сюда. Скромник психованный. Блин, реально классные NPC-шки, которые мы скачали. Реально круто бегают и знают всю карту. А. Ой-ой-ой, вот это мы его наказали. Так, где еще? Есть еще? Не знаю, ищу в поисках. Нету, ребята, всех убили. Найдено. Я знаю, где еще. Пошли. Коридор, где оранжево-синий. Ай. Оранжево-синий, атакует. Вижу. Вот он. Идите ко мне сюда. Я боюсь по нему стрелять, потому что он на меня сразу загрится. Ладно, рискну с собой. Кровавый понос со спины. Убил. Ну, все. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и всем пока!